печенька с самого утра на завтрак вместе с кофе. Немного простыл, ну ничего, выкарабкаемся. Когда бросил курить и простыл, то намного проще переносится вся болезнь, не так тяжело как-то. Возможно, потому что присутствует меньше токсинов и всего остального в организме. Просто какой-то капец. Лето, 7 июня, и нужно даже не курить. Всего лишь навсего 9 градусов тепла. Как-то быстро очень меняется погода. Сегодня последний день съездили на Калужскую. Вот. Больше сюда уже ездить не буду. Последняя покатуха здесь. Вот, дворами была. В принципе, такие дела. Посмотрим, что дальше будет. Сегодня в планах еще приехать назад на работу, пообедать, вот, поделать там кое-какие дела, которые надо уже давно было сделать. Вот, ну и будем ждать, пока разблокируют наш основной канал, а то как-то плохо работают эти обезьяны из Ютуба. Уже пошли вторые сутки блокировки. И никаких отписок, ничего не приходит на почту. Вот как-то так. Идешь, придешь себе, блин, по лесу. В городе, в парке. Выруливает алкаш, спрашивает спички. И ты понимаешь, что тебе ни спичек, ни зажигалки, потому что ты уже бросил курить. Хотя, в принципе, наверное, надо с собой носить хотя бы ту же самую зажигалку, можно будет развести огонь, шашлык-машлык там. Вот прикольные дорожки, выложенные кирпичом, наверное, для покатушек кто-то делал. Вот, ладно, сейчас придем пообедаем, надо заскочить в магазин, посмотреть ребенку джинсы, вот, взять чего-нибудь к нашей чудо приправе мивине, что-то в виде свежих овощей. Ну и все, будем дальше работать. Да, точно, для покатушек. Трасса вот сделанная. Горных велосипедиков. Бумажка, бумажка. Секретные ингредиенты. Запашок. Правильно сделали, понимаешь?
А что ты хочешь? Я вскрыть хочу ее. Она должна открываться вот здесь вот. Это фильтр же какой-то, да? Ну, сосок. Все, я здесь расточил. Вот так вот. И она ее будет прижимать. Либо той будешь закручивать, либо этой. Будут сниматься, одеваться, понятно? Ну, тут видишь, она не прокручивается, поэтому даже вакуум соблюли с этой фигней. Ну все. А вот это вот так и должно быть? Да. Вечер, уже нужно бежать быстрее к метро, потому что погода резко портится. И возможно сейчас начнется дождь. Предупреждали о ливне. Вот сейчас домой. Дома поесть, поиграть с ребенком, поспать и снова на работу. И так каждый день.